пришел помощник, сел на удочку и сидит. И как мне ловить? Уходи. Отходите. Все. Хрюкает. Ну как я вытащу удочку, если он на ней сидит или рядом? Придется переходить на другое место, обратно. Пойду обратно. Солнышко зашло за тучки. Буду переезжать. Но стул я не буду переносить. Там есть стул. Мне что надо взять? Удочку. И этот самый. И перловочку. И я пошел. Так, возьмите кто-нибудь перловку. Ну, ведро потом даже поймаю первую рыбу. Но перловку я беру вот так. Нет, сейчас. Подождите-ка, мне надо изловиться. Тут еще телепается, видите, что? Этот крючок. Я не могу нацепиться. А, вот я вышел из положения. Вот так. Все, выхожу. Да, земляне. Не обессудьте за качество съемки, но мне надо не обессудьте за качество съемки. Я попытался, видите, что сделать? Попытался перловку держать подбородком. Вот что у меня вышло из этого. Ладно, ешьте. Еще у меня есть осталось. Ну что, пытаюсь переходить. Это не так просто. Во-первых, у меня, смотрите, что. Вот, надо держать одной рукой удочку, другой рукой перловку, третьей рукой камеру, а четвертой рукой снимать все, что происходит. Все, идем. Ну, а пока я сорвался, солнышко вышло и печет, видите. И мое место рыболовное оказалось на солнце. А тени вообще никакой нету. Зонтик у меня есть, но он предназначен вон туда, видите. Туда я могу его поставить и оттуда ловить. Да, зонтик есть. Я могу его принести и создать тень. Но для этого мне надо положить удочку сюда, положить перловку, закрыть, чтобы эти друзья ее не доели, и идти за зонтиком, потому что сидеть на солнце не очень-то приятно. Достал зонтик, а он был вон там, пришлось туда лезть. Пошли. Куда бы я без помощников? Трое у меня. И все стараются мне помочь залезть под ноги и сделать так, чтобы я как шизданулся с этим вот зонтиком. А они бы подошли и лизали бы меня. И сказали: хозяин, вот ты и опустился к нам на наш уровень. Только этого они и ждут. Фу. Вон паутина сколько, придется все обтряхать. Ну, идем сооружать себе тень. Опять придется выключать камеру, потому что одной рукой я не поднимусь сюда. Ну, конечно, опускать придется. Выключаю. Ну вот, прикрутил, подрузил. Все это неудобно одной рукой делать. А помощники у меня, вон, видите, какие низкие все. Пришлось попросить русалку. На. Русалку. Так. Ты ж вон показывай, как зонтик раскрывается. Она собачья. Ой, кому нужен твой зонтик? Миллион раз уже этих собачек. Отойди дальше. Вот туда отойди и меня снимай.
и как я зонтик раскрываю. Марсюнечка. Давай, дальше, дальше. Сейчас. Да не упади только. Шурик. Че? Что у меня застегнуто тут все? Че ты показывает мне ширинку? У меня все застегнуто. Марсюшенька, ты рад? А? Сейчас. Марсюник. Марсюник. Сейчас тебе хозяин. Так, ну ты... Да чё? Ну чё, Марсюнь, ты расскажи, что, почему он рад. Ну, потому что, скажи, враг мой уехал в свой Краснодыр. Забрали. Да, Марсюшенька. Жажесика. Ты теперь у нас король. Марсюнчик. Ты у нас теперь главный, Марсик. Ну, такой главный, что даже, блин, и не смотрит. Вообще. Мы уже и перловочки поели. Да я не сомневалась. Я одной рукой снимал и тут обронил. Ну что? Иду сюда в тень. А я почему-то нет тени. А знаешь почему нет? Сейчас скажу. Потому что надо ниже опускать. Снимаешь. Вот. Она тут немножко. Марсюха. Звезда. Марсюнчик. Смотри, чтобы тебе не задел купол. О, ну вот так вот. О, теперь я в тени, да? Да. А столик мой, стульчик мой. А Марсик главный рыболов, тени. Да, Марсюник? А тут, глянь, пока я это, сломалась моя эта штука. Выскочил сплин. Блин. Бедному жениться и ночь коротка, так и теперь бывает. Так вот же сюда-то. Все, теперь выскочил. А где он? Найди его, попробуй. Блин, мякнулось это. А его и не было, слышишь? Ты кого снимаешь? Ты чего снимаешь? Тебя. Как ты меня снимаешь? Конечно. Блин, какой-то получился. Марсюня. Марсюня. Ну, в общем. Ты такой сладкий мой. Ну, тенечек я получил. Не хотел вставать. Да? Не хотел. Останется только закинуть удочку и сидеть ждать, когда клюнет. Ну, а получится как это у меня, не знаю. Буду пробовать, конечно. Когда столько помощников, столько внимания, и русалки ходят, и марсики, и радочки, и тень Александра Дока, и вон он лирочек. Ну, Лерок, благословляй меня на первую рыбку. Давай. О, понял тебя. Сказал добро. Ну, закидывай. Закинул удочку, поплавок лег, как надо. Помощники успокоились, не хрюкают. Кресло мое, конечно, немножко в солнце получилось, но жду, когда солнышко сядет, тогда будет тень. Ждем первой рыбки. Как я это буду снимать, не знаю. Вик, ты приготовься, как только клюнет, вон она, видите, выплескивается уже.
готовится ловиться. Ты сразу же меня снимай, ладно? Назначаю тебя сегодня главным оператором. А кто там? Деревья у нас. Кусты ломает. Кто там? Марсик? Ты что ли? Марсик? Марсик, что он делает? Ну что-то ловит. Какой ловит, Лен? Ломает ветки. Да ну что не твои ветки? Ну а что он? Лен, что? Ты смотри. Эй! Выходи! Что он там? Что там? Что там? Ветки ломал. Ох. Поплавок поплыл. О, хорошо, что у меня есть помощник. А этот купался, да? Ну как тут ловить, когда тут и собаки купаются, и ветки ломают. И все. В такой суматохе, в такой кутерьме мы пытаемся что-то поймать. Сейчас еще Рада в воду грохнется, и придется лезть ее доставать. И будет весело-весело. Я бы не сказал, что смеркалось. Ну, почти. Почти. Сейчас еще не хватало, чтобы кто-то в сачок запутался. А ты уходи. А это он. Вылазь давай. Ну, не знаю, что тут можно поймать. Это надо, знаешь, какую рыбу? С железными нервами. Чтоб она, несмотря ни на что, зацепилась. Забирай ее. Я пришел сюда рыбу ловить или что? Что это? А это вообще, блядь, заплывать сейчас будет. А ты что там? Что тебе тут? Уберу все, чтобы тебе это ничего не смущало. Уходи. Все. Кина. Ее волнует. Ну, земляне. Однако ловить надо. Вот в таких тяжелых условиях я всегда и ловлю. Ой, улиточку нашла, да бедненько. Зацепилась, да. Ну. Может, там уже сидит рыба? Нет. И пришел не вот пустым. Закидывай еще раз. И жду. Вот так. Ой. О, как хорошо. И кресло поломалось. Сижу на одной половинке. Марсик смешной такой. Залез в тень и сидит там. Одни глаза только торчат. И язык. Как черная лягушка. Ну, не знаю, по-моему, сегодня не рыбный день. Все, что угодно. Иди давай. Пока не поймаешь, ужина у тебя не будет. Так а рыбу же, мы же намерились поймать. Ну давай, лови, лови. Ну ты скажи им, пусть они успокоятся, глянь. Да они тебя не трогают, они своим делом заняты. Чего ты тут не пристал? Ладно. Надо пойти гвоздик взять. У меня тут этот, вон, поломалось, вот это выскакивает. Ну, все, земляне, жду, когда клюнет.